Вкладываются деньги в строительство детских садов, школ. У нас три одновременно детских сада, дошкольных учреждения. Одно проектируется, два строятся. На 120 мест, на 350 мест, на 330 мест. Также у нас проектируется школа общеобразовательная на 1500 мест в 406 квартале. Вот, и достраивается школа, второй корпус, номер 22. 82 миллиона выделяем на эти цели. Строятся дороги, так, например, на пятой стройке мы строим дорогу. Вот. И, конечно же, повышение зарплат, это в связи с указами президента, вот, это работникам культуры, образования, социальной сферы.